Putem începe, da? Toată lumea este prezentă, da? Bună ziua, întâi de toate. Vreau să mă prezint. Sunt Elena Panuș, vicepreședintele partidului nostru. Vreau să spun tuturor Hristos a înviat. Și vreau să vă zic că am o plăcere deosebită să constat că ne vedem astăzi cu dumneavoastră cu toți, cu altă ocazie decât cele cu care am fost nevoiți să ne vedem în ultima perioadă. Mă refer la percheziții, la resturile colegilor noștri. Astăzi avem o veste mai plăcută pentru opinia publică. Vreau să zic că, în pofida tuturor intemperiilor pe care am fost nevoiți să trecem, în țară se observă un proces constant de lărgire a rândurilor partidului nostru. Oameni simpli, dar nu numai, își manifestă dorința de a completa rândurile partidului nostru. Evident că aceste fenomene sunt întâi de toate motivate prin faptul că nivelul corupției a ajuns acolo unde a ajuns, că avem furturi de miliarde din bănci, că partidele care sunt astăzi la guvernare au făcut tot posibilul ca să-și mintă alegătorul, ca să-l lasă pe din afara procesului de guvernare și ne bucurăm că toți cei care s-au dezamăgit în formațiunile politice pe care le-au adus la guvernare regăsesc unica speranță în partidul nostru și în Renata Osatăi. Astăzi ziceam că avem un eveniment mai special, unul mai plăcut și anume avem o echipă din Partidul Comuniștilor care au luat decizia să adere la partidul nostru și să meargă alături de noi în campania locală. O să le ofer cuvântul și o să-i rog să se prezinte, după care dânșii își vor anunța decizia și veți primi răspuns la întrebările care vă frământă. Vă rog, domnul Gașcă. Меня зовут Виктор Богатько, я являюсь примером города Рыжкан. До недавнего времени я занимал должность секретаря районного комитета партии коммунистов по идеологической работе. Справа от меня советник районного совета, член бюро Осадчук Антон. И слева первый секретарь окома комсомола Андрей Кочеев. Естественно, для нас это было сложное решение, потому что огромную массу времени мы посвятили партии коммунистов. Я член партии с 99 года, работали в команде с недавних пор. Нам, естественно, как и всем, наверное, вам, не безразлично, что происходит в этом государстве, поэтому мы приняли решение уйти, написали заявление, вышли из состава членов партии коммунистов, за нами последовали некоторые наши сторонники. То есть мы думаем, что основная масса коммунистов города вышла из состава партии. Почему мы решили вступить именно в нашу партию под руководством Рената Усатова? Во-первых, он по возрасту нам близок, потому что мы молодые, мы понимаем, что он хочет, мы понимаем, что мы хотим. И в этой ситуации мы готовы дальше строить, двигаться, развивать в этом направлении. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. А почему конкретно вы пришли из партии? Что послужило толчком, да? Почему сегодня, а не месяц назад, не два, не вчера? Ну, дело в том, что мы считали, что все-таки сама партия коммунистов сможет преодолеть те противоречия в обществе, которые существуют. Однако видим, что все то, что говорили до сих пор, оно действительно становится правдой. То есть мы на сегодняшний день не видим того, чтобы сама партия отстаивала интересы тех уставных целей, которыми она была достигнута. То есть я думаю, что в этой ситуации, мне кажется, что партия просто предает интересы трудящихся. А вы пытались как-то бороться? Свои видения донести до руководства? Естественно. И что? Ничего, видите, к чему это пришло. То есть мы просто решили выйти из этой ситуации таким образом, уйти из партии. А сколько сторонников с вами вышло из партии или вошли в состав нашей? Ну, на сегодняшний день вышло где-то несколько десятков человек. Это в районе? Это в районе. При количестве коммунистов. Выход из
партии, присоединение? Я думаю, да. То есть мы призываем наших сторонников и наших членов партии, чтобы они последовали за нами. А почему решили именно присоединиться к нашей партии? Поэтому я говорил, потому что, во-первых, мы знаем друг друга давно. То есть мы сотрудничали до сих пор, то есть около 2 лет, проводили различные мероприятия, и в этой ситуации мы понимаем друг друга, мы понимаем, что идем, в принципе, одной дорогой и делаем одно и то же дело. Другие партии нас практически не интересуют, потому что мы все понимаем, к чему они идут, кем управляются и что они делают. Менять партию, присоединяться к другому политическому формированию в канун некого электорального процесса, это, в общем, шаг довольно рискованный. Но, насколько я понимаю, вы видите перспективы у партии Усатова на местных выборах, в том числе в Бешканском районе. Ну, поскольку вы, как пример, знаете ситуацию. Я прав, нет? Ну, понимаете, мы не уходим в ту партию, которая на сегодняшний день находится у власти. То есть мы сделали шаг, этот шаг трудный, потому что мы идем в партию, которая, в принципе, даже не была включена в предвыборную гонку. То есть мы прекрасно понимаем, какие риски за этим последуют. Но мы сделали свой выбор, мы будем делать так, чтобы она набрала большинство голосов в Бешканском районе. И надеемся, что это будет. То есть из всех конкурентов, которые будут участвовать в предвыборной кампании. Вы настроение, по крайней мере, в Бешканах, как-то видите у электората? Я думаю, что она наберет больше всех голосов, чем все остальные. То есть, если брать в процентном отношении, она возьмет больше, чем все другие партии. Наша партия, вы считаете, да? Спасибо. Скажите, а вы ожидаете каких-то неких последствий после вашего шага? Естественно. Но мы же прекрасно понимаем нынешнюю систему, что она делает. Мы ожидаем проверки, всевозможные провокации. А да. каких провокаций? Ну, знаете, всякое может быть. Несмотря на это вы... Да, несмотря на это мы идем. Потому что нам надоело то, что происходит в государстве. Мы действительно что-то хотим сделать и хотим бороться. И бороться, действительно бороться, а не просто говорить об этом. Может, ваши коллеги что-то скажут? Я думаю, что они согласны со мной. Мы ехали сюда, приняли решение. Тут вопросов, я думаю, даже не может быть. Вы можете просто задавать, исходя из того, что, как, где, ну, тут. Можем долго тут разговаривать. Скажите, вы будете баллотироваться от имени нашей партии? Еще вопросы? Хотя бы вот технический момент. Вы не могли бы еще раз перечислить имена и фамилии людей, которые оставляют партию коммунистов и переходят в нашу партию? Но я могу только по Рыжканскому району это сказать. Я не говорю о других. Но я знаю, что будет несколько примарей. Это примар села Малиновского, примар села Василиуц. Да. То есть это действующие примары, которые сегодня готовы к этому. Но дальше я не могу говорить, потому что на сегодняшний момент работа ведется. Поэтому я же не могу говорить о людях, которые еще не сказали «да». А сколько сказали «да» уже, перешли? Ну, я думаю, что около 5 действующих примаров, может быть, даже не обязательно от партии коммунистов. Из 28. В целом несколько десятков. Еще вопросы? Другие вопросы? А вы нормально? А вот, например, спать себе? Да. Скажите, а в других районах предвидится такая же ситуация? Или... Предвидится во всех районах. Да? Нет, ну что поезд? Предвидится. Я вам говорила изначально, что этот процесс проходит человека, который, несмотря на все те сложности, через которые прошла партия, все-таки мы, наверное, на сегодняшний день единственная партия, к которой люди вот приходят в офис, если постоите здесь во дворе, вы увидите, что не то, что каждый день, а каждый час люди приходят и просто пишут заявление. И этот процесс относится не только к простым людям, но и к представителям других партий, людей, которые действительно разочаровались во всей политике своих формирований, на которые они работали, вкладывали душу, и оказались обманутыми, скажем так, прямо и ясно. И этот процесс продолжается. К нашим людям в районах выходят лидеры из разных партий, и ведутся переговоры, и люди хотят действительно прийти в партию, которая намерена что-то изменить в стране. Тогда еще один вопрос. Предвидите ли вы ситуацию, когда вам вновь запретят участвовать? Мы не исключаем, потому что в нашей стране исключить ничего невозможно при нынешней власти.
Скажу вам больше, что уже мы еще, конечно, не зарегистрировали наших кандидатов, потому что еще, знаете, не пошел процесс регистрации, но в селах, в городах люди как бы уже объявили о своем намерении участвовать в выборах от нас или наши кандидаты, будущие кандидаты. Уже на них уже совершаются, прямо скажем, наезды со стороны власти. То есть случаи, когда кандидату примара сказали, что уволят его жену, потому что она работает там где-то в детском саду. Или он из бизнеса, и уже к нему уже с проверками идут. История продолжается, она, наверное, не закончится, пока вот все эти будут у власти. Но, как видите, есть люди, которые уже устали бояться. Спустя время к Авицу, к прекратить кандидат, что депутат спере кандидат, вам вы интерес, пентру примарии, эти чинов, а ведь держа десемнатого кандидата, да, пентру примарии. Ну, под собой спуну, с вами нам официал, в момент, в который мы его селасем кандидат, аж акум, se face tradițional în campaniile electorale, Consiliul Național a desemnat deja un candidat, va fi un candidat, credeți-mă, bun, care are menirea să unească absolut toate forțele umane, în primul rând, din orice coloratură politică, prin prestația sa universală. Este un membru al partidului. Скажите, пожалуйста, у вас есть примерно какой-то план действий на тот случай, если вам будут отказывать в участии в выборах? Понимаете, отказывать участие в выборах, на местных выборах, гораздо сложнее, чем это происходит на парламентских выборах. На парламентских выборах кто-то там в полиции нарисовал какие-то протокола, отвезли их в ЦИК. ЦИК, конечно, птица подневольная, быстро решила, как и сюда, и т.д., и т.п. В местных выборах процесс снятия с выборов гораздо тяжелее. То есть нужно снимать каждого кандидата в отдельности. С каждого избирательного участка. Да, с каждого избирательного участка. Этот процесс должен проходить определенные этапы. Сначала на местном уровне, потом на окружном уровне, потом ЦИК, потом суды и так далее. Сложно. Я думаю, что они просто будут вот запугивать наших людей. А снимать... Никто не может сегодня с уверенностью сказать, что, например, в Рыжканах они не подойдут к господину Богатько и не сделают все возможное, чтобы снять его. Но мы будем бороться, как боролись до сих пор. На местных выборах там каждый окружной совет утверждает. То есть регистрация происходит не на уровне Центральной избирательной комиссии, а на уровне окружных советов по местам. То есть в каждом селе, в каждом городе будет создан окружной совет, и регистрация будет происходить именно там. Я не думаю, что люди с мест, то есть пойдут на именно такие правонарушения. Алтын Трибарь. Январь уши баси. Январь, да, кар пермит, или джар фири уши. Atât? Da. Vă mulțumim mult pentru că ați venit și ați fost alături de noi. Mulțumim mult. Vă zic bună.